ночной танец. Дарья танцует с Русланом. Поаплодируйте, Ростов, ну посмотрите. Два маленьких человека учат нас жить и любить. Флешмоб наконец-таки. Танцующий Ростов удалась. И сейчас мы немножечко продолжим. Очень просто, Степани танцует. Посмотрите, как трогательно. Руслан и Дарья познакомились, и кто его знает, может быть, это в будущем будет крепкая семья. Аплодисменты Руслану и Дарье. Ростов, танцующий Ростов, флешмоб. Самые два маленьких человечка танцуют сегодня для нас. Аплодируйте, пожалуйста, наш танец ночной, такой неземной. Милая, будь со мной, будь со мной. Так крепко он ее обнял, чтобы она никуда не убежала. Мы вас просто обожаем, Руслан и Дарья. Руслану и Дарье, композиции, ночной танец. А прямо сейчас, в этом красивом, уникальном городе Ростове-на-Дону, я буду сочинять вместе с вами песню. Мне вчера отправила стихи девушка из Иркутска про декабристов. И прямо сейчас на ваших глазах мы будем рождать вместе с вами новую песню. Там что-то такое «Сибирь-Сибирь, снега-снега». Любите, люди, целый мир, добро цените, мы не вечны, любите, не жалея сил,
идут три люди человечные. Два гениальных человека, Руслан и Дарья, танцевали сегодня для нас. Ну а сейчас, как я обещал, новая композиция, которая станет песней. Танцующий Ростов. Ну а сейчас экспромтом будем записывать песню. Руслан, пока. Недавно в Казани я познакомился с девушкой, которая написала огромное спасибо. Контакт, Одноклассники, Фейсбук, канал на Ютубе, композитор Семен Рабаев. Всем буду рад. А сейчас экспромтом будет рождаться новая песня. На стихи.